Таня, поздравляю тебя со вторым местом. Довольна этим результатом? Спасибо, очень довольна, честно. Хотела лучше, конечно, но будем работать. А в финале с Анной почему не получилось вот стартовое преимущество довести уже до конца? Я думаю, наверное, я устала очень. Я, правда, старалась, хотела выиграть. Вот, но и Аня тоже не слабый соперник. У нее и опыт за плечами большой, и подготовка тоже. Мы вместе готовимся ко всем этим турнирам. Чуть-чуть, наверное, физподготовки мне не хватило. Будем работать в течение сезона. Вообще тяжело было сегодня фехтовать, все-таки первые соревнования? Ну, так немножко непривычно, конечно, после месяца отдыха. Вот. Но у нас был Кубок Москвы уже так для разгона. Вот, а так... И тяжело, и не тяжело. 50 на 50, наверное. Возвращаясь к чемпионату мира в Москве. С одной стороны, ты выступил лучше всех своих коллег, но с другой стороны, 14 место. Довольна таким результатом? Нет, честно, недовольна. Я могла лучше и, можно сказать, наверное, сглупила в том бою, который я проиграла. Хотела лучше, могла лучше. И недовольна. Я буду стремиться только к лучшим результатам. Как провела отпуск после чемпионата? Отлично. Я провела 3 недели на море. Очень этому рада. Покупалась, позагорала, отдохнула, отошла от этого всего и готова на Олимпиаду отбираться. Какие у тебя задачи теперь на этот сезон? Хорошо выступать, работать, тренироваться, хорошо выступать, показывать результаты, потому что я этого могу, я это хочу, вот, и у меня все для этого есть. Спасибо тебе большое, удачи тебе в этом сезоне.